С 11 по 13 ноября в городе Мытищи прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы мастера спорта СССР Вячеслава Родина. Воспитанники Электрогорской спортивной школы «Вымпел» на турнире завоевали две медали. Аветик Азатян в весовой категории занял второе место. Максим Потягаев в весовой категории 45 кг завоевал третье место. Спортсменов подготовили тренеры Александр Белошицкий, Александр Горбунов и Максим Липкин. В соревнованиях принимал участие судья Авсеп Азатян из Электрогорска. В турнире участвовали команды из Москвы, Калуги, Ярославля, Владимира, Воронежа, Санкт-Петербурга, Подольска, Коломны, Луховиц, Ногинской Электростали. 12 ноября в Электрогорском физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» прошли соревнования по плаванию. В мероприятии приняли участие более 35 детей 2012-2016 годов из Электрогорска, Павловского Посада и Электростали. Спортсмены Электрогорска завоевали 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы. Первые места заняли Марк Акулов, Светлана Гетман, Агния Казакевич, Виктория Панферова. Серебро завоевал Никита Филимонов. Бронзовые медали получили Анастасия Хакимзянова, Вероника Сирман, Арсений Щербаков. В городе Тула прошли соревнования первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 18 лет. Диплом третьей степени на соревновании завоевала электрогорская спортсменка Анастасия Семенова, тренер Владимир Горбачев. Новое спортивное движение «Вечерняя лига» настольного тенниса, объединяющее любителей этого вида спорта в возрасте 40+, стартовало в России. Соревнования проводятся во всех регионах страны, в том числе и в Московской области. Теннисисты из Электрогорска на региональном этапе этого соревнования Варихова-Зуева завоевали первое место. В финальном противостоянии, в котором было сыграно все 5 встреч и которое длилось почти 4 часа, команда Электрогорска переиграла хозяев соревнований – коллектив Орехова-Зуева. Команда Электрогорска – Роман Истомин, Василий Кондрашов и Александр Абасов – завоевала путевку в финальный этап вечерней лиги и будет представлять там Московскую область. Финал соревнований вечерней лиги пройдет в Сочи в феврале 2023 года. Поздравляем наших спортсменов с большим успехом. Желаем им удачи на финале.